Что там видно? Ну, как водится, шайка благородных жуликов при полном параде. И пока никакого Салливана. Но время еще есть. Хранилище у них находится в доме, за тем особняком. Тебе оттуда видно? Только самую верхушку. А. Вот бы поглядеть, что они там прячут. Нам нужен только крест пирата Эвери. Неужто не хочется принести жене безделушку? Смешно. Не усложняй. Ладно, понял. Было бы не так сложно, будь мы с тобой вдвоем. Сэм. Мы бы уже туда пролезли. Вопрос как? А ты хоть придумал запасной план на случай, если Салли нас подведет? Он не подведет. А если его поймают? Сэм, он знает хозяев аукциона. Сейчас он там со всеми раскланяется, поднимется наверх и откроет нам окно. Все схвачено. Ну-ну. Так, короче, говори прямо. А если он смоется с крестом? Да никогда в жизни. Виктор Салливан? Мы об одном человеке говорим. Да, он подставлял напарников, но не нас. Но не тебя. У вас с ним всегда были разногласия. Мягко говоря. Но я ему верю, как себе. Он мне родной. Нет-нет, слушай. Я хочу, чтобы ты ему поверил. Ладно, ладно. Он все сделает как надо. Рано или поздно. Но надо же на всякий случай подготовиться и к тому, что делать, если... Вот. Видишь? Верь. Смокинг не запачкай. Спасибо. Ну что, пошлите. Прямо не верится. Я на свободе. С тобой. В Италии, а? Да, мне тоже. Если б только над нами не висела эта проблема. Да. Когда нет проблем, тут еще приятней. О, а ты что здесь? Не в первый раз? Нет, ну, в третий. Бывал тут по делам. С Салливаном? Ну, да. Ясно. Почему-то не доверяет Сэм Салли. Якобы тот подставлял своих напарников. Но Нейта-то точно нет. Он ему как сын. Залезешь. Эй, вон там внизу балка. Веревку зацепишь? А ты сомневаешься? Смотри. Ну, смотрю. Я промазал. Дело в движении кистью. Дай взгляну. Не, я справлюсь. Просто давно этого не делал. Ха, видишь? Да, неплохо. Для второй попытки. Ну, вперед. Так, раскачиваемся на веревке и цепляемся за скалу. Видел? О, да ты профи. Теперь ты. Давай, братишка. Твоя очередь. А так, и куда теперь? О, можно зацепиться вон за ту балку. Определенно. Поменяемся местами. Лезь через меня, я держусь. Ладно. Поехали. С первой попытки. Ладно, ладно, не задавайся.
Давай, Нейт, ты можешь спуститься и перебраться сюда. Я сейчас. Надо как-то спрыгнуть и зацепиться за веревку. А, тут, короче, надо пробежать по стене. Сейчас. Погоди. Per modo di dire, respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Bene lista. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra? Traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Все, порядок. Ох, ни хрена себе. Ты видал, какая пушка у этого наемника? А мы с голыми руками. Пушки нам не понадобятся. Все пройдет гладко. Хорошо, если так. Столько лет в тюрьме. Больше всего скучаешь по мелочам. Каким? По запаху лимонов. По мотоциклам. Мелочи, но они накапливаются. Ты теперь у нас свободный человек, поэтому наслаждайся этими мелочами сколько хочешь. Какое из? Выдержит. Думаю, да. Надеюсь на это во всяком случае. А иначе нас будет ждать неприятный полет. Все, спускайся! Подождем его. Раньше прыгать было не так больно. Да уж, я-то знаю. А эти твои другие находки? Те, что без меня. Хоть фотографии есть? Если бы. Елена снимала, но камера накрылась. Очень жаль. Рисунки остались. Дома потом покажу. Рисунки? На холодильнике, что ли? Нет, они хорошие. А, супер. Так, и куда нам дальше-то? Здесь можно забраться. Давай за мной, Сэм. Вот тут нормально. Ты хотел сказать опасно. Живой там? Да, порядок. Дальше я не знаю куда. Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все, окончено. Плохо будет, если промажешь. Это да. Но я не промажу.
Мне ее сбрось. Спасибо. Нейт? Нейт? Что? Да. Так. Все нормально? Да. Ну как? Ну, все 400 миллионов. Пошли. Ладно, иди первым. Салли. Знаете, чем хороши вечеринки у наших коллег? Чем же? Курить можно где душа угодно. Давно не виделись. Это уж точно. А вот и мой погибший братец. Виктор? Чтоб я сдох. 15 лет. Ага. Рад, что ты жив. Угу. И чтобы он остался жив, нам нужен этот крест. Ну, тут есть нюанс. Что? Какой нюанс? Идем, сейчас покажу. Вот, смотри. Это крест Эвери? Да, буквально только что принесли из хранилища. Они поменяли порядок. Для этого кое-кому хорошо дали на лапу. И сколько времени до начала торгов? Ну, минут 10-15. Но нам же надо его стащить. Есть небольшая проблема. 500 с лишним душ свидетелей. Ладно, ладно. Нам просто нужна диверсия. Какая? Ну, я не знаю. Надо что-то придумать. Охрана увидит, что мы подбираемся к кресту. А если не увидит? Ну, ей-богу, вы прям как в тюрьме не сидели. Если хочешь что-то обтяпать, жди, когда выключит свет. Да. Ты знаешь, где у них тот рубильник? Тут вентиляция, электричество. Ага, вот он. Надо залезть туда, вырубить свет. И стащить крест. Они включат резервный генератор. У нас будет всего несколько секунд темноты. Кто-то должен стоять и ждать момент прямо рядом с крестом. Не выйдет, мы так близко не подберемся, нас заметят. Антипасти? Нет, спасибо. Привет. Как дела? Чао. Думай о деле. А официанта не заметит? Неплохая мысль. Угу. Это сработает. Так, значит, я иду к рубильнику и выключаю свет. А я официант. Ты крутой карманник. Да. Ты спускайся туда и проследи там за всем. Если увидишь что-нибудь нехорошее, сообщи. Ну, хорошо. Ладно, шансы еще есть. Готовы? Готовы. Так, пошли за мной. Через подвал срежем. А ты неплохо сохранился, Виктор. Спасибо. Все из-за веганства. Иди спать. Да брось ты. Нет, конечно. Как же приятно увидеть старого доброго Салли. Подвал в той стороне. Пошли. Ну, твое местечко. Конечно. Идиотская европейская техно. Извините. Это здесь. Так, поехали. Черт, заперто. Только что открыто было. Ну что, вскрываем замок? Нет, он электронный. Ну, ищем другой путь. Видел? Карточка в левом заднем кармане. Ага. Сейчас. Стоп, стоп. Ты в этом уверен? Все-таки полно народу. Уж справлюсь по старой памяти. Ладно.
У меня игра вылетела, чуваки. Пришлось перезайти. Ну, здорово. Да я и не пытался. Зараза. Стой на месте. Я стащил карточку. Официант ничего не заметил. И он еще сомневался. Люблю смотреть, как работают профи. Так. Ладно, была не была. Это нам понадобится. Хорошо. Удачи. Будем на связи. Руки вверх. Привет, Виктор. Привет, Надин. Приятная встреча. Только теперь я застала тебя врасплох. Ну, повезло мне, что пушки у тебя нет. Тебя без формы прямо не узнать. Ну, сам понимаешь. Иногда нужно соответствовать дресс-коду мероприятия. Неплохо выглядишь, кстати. Спасибо, ты тоже. Чувствую себя не на месте. Как же приятно, наконец, поговорить с кем-то по-английски. Хотя ты же американец. Ну, тут все претензии к моим родителям. Я шла в бар. Тебе взять что-нибудь? Да, виски со льдом. Хорошо. Наид, ты это слышал? Слышал. Некая дама пытается тебя угостить. Да, причем не кто-нибудь, а Надин Росс. Надин Росс? Не та, у которой армия наемников. Морской патруль. Боевой патруль. А, ну да. У вас была стычка? Мягко говоря, да. Но, к счастью, зла она на меня не держит. Все, я готов. Хорошо. Салли, мы готовы. Ты там осторожнее, ладно? Попробую. Готов? Да. Пошли. Нужно выяснить, где тусуются официанты. Давай выманим одного из кухни. Ну, пошли искать кухню. О, да тут еды на целую деревню хватит. Ну да, тут полный сервис. Свадьбы, бармицвы, подпольные аукционы. Стриптиза только не хватает. Чё там? Агенты не со... Чёрт! Официантов видишь? Нет, только наемников. Они вооружены до зубов. Если спалимся, у нас будут большие проблемы. А это еще что? В схеме тут решетки нет. Заперто, конечно. Ладно, план Б. Заперто, я же говорил. Доверяй, но проверяй. И? Заперто. Ага. Так, погодите, тут сокровище. Латунная миска Бродобрея. Ну вот. С пустыми руками точно не уйдем отсюда. Эту бочку можно подвинуть. Да отпусти ты, ё-моё. Тут вентиляция. Нейт, подойди-ка. Вот так. Да будет свет.
Беда тут с электричеством. А фонарь ты, конечно, подойдет. А хорошая мысль всегда брать с собой курильщика. Если бегать не надо. Ух ты, я тут скоро окосею от видных паров. Счастье за рулем, Салли. Так что можешь выпить. Может, вход в вентиляцию за бочками? Тут много редкого вина. Может, с Алькасаром вином рассчитаемся? Боюсь, он вежливо откажется. Да куда ж тут идти? Не отставай, а! Освещай мне путь своей зажигалкой. А это ничего, что Виктор болтается на ней нос. У ее людей жуткая репутация. А Салли, не беспокойся. Он из любой ситуации выкрутится. Эту можно двигать только вперед или назад. Так, но скорее всего вот так ее нужно оставить. Потому что она загораживает проход. Наш выход. Ну да, я сам. Помощь? Какая помощь? Я держу зажигалку. Ну, здорово. Так, заберемся на бочку, а с нее уже в вентиляцию. Так, давай наверх. Ага, есть. Тут уже, чем я думал. И много пыли. Cosa portiamo a quel odioso miliardario tedesco? Quello con il parrucchino e quella roba sul naso. Forzali. Sciacquo tu le devi andare. Какой-нибудь и мне подойдет. Нашел другой проход. Ну что? Опа. Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori, che si chiama. Вот и свежий воздух. Наконец-то. А то запах тухлой рыбы и винных паров меня уже достал. Посмотри, видишь здание с радиовышкой? Сотовой вышкой. Чего? Да неважно. Рубильник там. Да, ты прав. Как бы туда пробраться? Давайте думать. Лестница. Сэм, сюда. Я подсажу. Хорошо. Так. А ты в хорошей форме. Ну да. В тюряге не терял время попросту. Салли,
Салли, мы прошли винный погреб, идем к рубильнику. Как там дела? Салли, слышишь? Может, сигнал слабый. Надеюсь, у него все в порядке. Бинго. Нашел кухню. Ну, конечно. Тут заперто. Ну, кто бы сомневался. Еще лесенка. Смотри-ка, лестница. Можно влезть в окно и спуститься в кухню. Хорошая мысль. Я тебя подсажу, а ты залезай. Ну как? Тихо, тихо. Buonasera. Ma che sta facendo? Полегче с гражданскими. Что? Ну, проснется с больной башкой в одних трусах. С кем из нас не бывало? Ну да. Ну, теперь и ты. Да будь костюмчик. Ладно. Ладно, иду к генератору. Да, надо отключить его, чтобы вырубить свет. Сэм, ну как? Хорошо, но штаны немного тесноваты. Ничего, так нынче носят. Ну, в Риме поступай как римлянин. А, потому что мы в Италии. Смешно. Я возвращаюсь обратно в Италию. Да-да. Сэм, слышишь? Сэм? Салли? Супер. Что-то глушит связь. Если слышите, я иду к генератору. Буду скоро. Вроде. Скорее всего, они не слышат. Это плохо. Это сошло с рук? О, нет, не сошло. Все участники сели на губу на целый месяц. А что с лошадью? К счастью, на борту был запас морковки. Кто-то знакомый? Нет, просто показалось. А когда ты познакомишь меня с партнером? Как его? Дрейк? Ну, он бывший партнер. Я уже давно работаю в одиночку. Дрейк отошел. О, то есть в мир иной? Да нет, просто отдел. Вроде как остепенился, семью завел. Ну, то есть все равно, что умер, правда? Виктор Салливан, как дела? Дрейф. Давно мы не виделись. Лет 10, 12. 15. С ума сойти. Столько лет прошло, а мы все там же гоняемся за барахлишком всяких мертвецов. Да ладно.
У тебя же вроде отцовская компания. Уже моя компания. То работа, а это хобби. Неплохая у тебя работа. Ты наверняка можешь купить все, что тут сегодня выставлено. Конечно. Но какой в этом интерес? Меня интересует только нечто редкое, уникальное. Может, ты посоветуешь мне, что выбрать? Чтобы он увел у меня все из-под носа. Но если между нами, я заметил, что порядок лотов сменили. В общем, чую я, что кто-то что-то мутит. Не забывайте, где мы. Здесь все живут мутными делишками. Вот именно поэтому так нужен кто-то, кто тебя прикроет. Ну, не хочется тебя расстраивать, но ты работаешь на американца. Вместе. Мы работаем с ним вместе. Вот как? Ну что ж, вы друг друга стоите. Через минуту мы начнем торги по следующему лоту. Инкрустированное распятие из поместья Трот. В общем, не буду вам мешать. Приятного вечера, ребята. А ну стой, Салли. Как ты об этом узнал? Это? Может, объяснишь, о чем ты? Надин, боюсь, последний коктейль был для него лишним. А ну-ка повежливей, старик. Уж не знаю, как ты сюда пролез. Но если ты только попытаешься купить крест Эвери, то этот зал ты покинешь вперед Рейф. Ногами. Ну, ты ведь меня понял. Рад был вас видеть. Нейт. Нейт. Да чтоб тебя, куда ты пропал? Как я и предполагал, связи нет. Салли нас не слышит, и мы его тоже. Лучше б я вызвался в официанты. Ну да, это было бы более безопасным делом. Окошечко. Тихо. Здесь кто-то есть. Где этот чертов рубильник? Вот зараза. Сэм, Салли, слышите? Это где тебя черти носят? Я дошел. Не без проблем, но дошел. Короче, вырубить свет сейчас самое время. Минуту, еще бы добраться до рубильника. Нет у нас минуты. Рейв сейчас купит ваш крест. Что? Рейв? Рейв здесь? Да, Рейв здесь. И пока предлагает самую высокую ставку. Ну, так перебей. Да? Чем? У меня нет таких денег. Салли, мы его крадем. Забыл? Давай. А вдруг он почует блеф? Спасибо. Не почует. 90 тысяч. Будут другие ставки? Если мы сейчас упустим крест, я считай покойник. Да? А если я выиграю лот, мы все покойники. Салли, мне просто нужно время. Поскольку ставок больше...
Верь мне. 90 раз. 90. А черт с ним. Бене, новая ставка 100 тысяч евро. Грации. Господа, будут еще ставки? Итак, новая ставка 110 тысяч евро. Не терять-то уже нечего. Новая ставка... Спокойно. Скоро все закончится. Да уж, надеюсь. Так, нужно разбить замок. Цена достигла 130 тысяч. Быстрее. Нет. Ставка 140 тысяч евро. Ваши ставки, сеньор. Ничего. Цена возрастает до 150 тысяч. Нужно найти что-то, что поможет открыть замок. Да, это подойдет. Текущая ставка 180 тысяч евро. Цена достигла 190 тысяч евро. Все, я у рубильника. Готовы? Я-то всегда готов. Виктор? Одну секунду. Ставка сеньора 200 тысяч евро. 500 тысяч евро. Пора уже с этим завязывать. Грации. Новая ставка 500 тысяч евро. Джентльмен, желает продолжить? А я уж думал, придется тебя убить. Даже занервничал. Ну ладно, теперь устроим этому хлыщу. Еще ставки? 500 тысяч раз. 500 тысяч два. И распятие продано за 500 тысяч... Дамы и господа, сохраняйте спокойствие. Сейчас включится резервный генератор. Украли! Барабаны тут не рушите! Пропустите, с дороги! Держи его! Эй, остановите его! Фермо! Что вы делаете? Он же уйдет! Вы говорите по... Спарищи! Ладно,